Блядь, затухло. Сука. Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, я решил удариться в ностальгию. Это игра Вик, это игра, собранная на коленке, она вышла очень давно, может быть, года 4 назад, 3 назад, и я ее проходил у себя на канале, правда, так пройти ее до конца и не смог, и что-то я вспомнил про нее и решил, может, постримить или записать видос, не знаю, хотите поржать, лепите лайки, может быть, выпущу серию видео, может быть, застримлю ее. Но она как бы, ну такая, вы все поймете. Ну типа она была страшная. Вот когда я ее пытался пройти первый раз, она была страшная. Ладно, давай, короче, запускаем. Это игра Вик, там дети, все дела, давай. Графика просто, я сейчас боюсь представить. Это, ну типа инди-игра, как я понимаю, да? И... Подростки входят в лес, у одного завязаны глаза, они играют в фитиль, они утверждают, что в лесу пропавшие дети, которые видны при свете свеч. Воу. А дальше. Ну что, все, игра зависла? Камон. Не, я что-то слышу. Да нет, правда, это давно было. Дом сгорел, родители погибли, но тела их детей так и не нашли. Пам-пам-пам! Да хватит, ребят, запугали совсем. Не волнуйся, я тебя защищу. Я серьезно, найдите тебе комнату. Те дети играли в этом лесу, но один за другим они и поисчезали. Люди приходили сюда и оставляли вещи на случай, если дети еще живы. Они оставляли зажженные свечи, и свечи перемещались в темноте. После этого никто сюда из детей не приходил. А, он же просто сбежал из города или что-то в этом роде. А нет, я знаком с одним из ребят, что были с ним, они тоже играли в фитиль. Не врешь, да успокойся. Что это было? Там кто-то есть. Можно нам сейчас обратно, пожалуйста? Тихо, мы тут. Снимай повязку, только когда нас уже нет. Удачи. Увидимся в 6 утра, если выживешь. Вот так вот я умею разрушать атмосферу. А из меня... Подростки оставляют друг друга завязанными глазами и запирают ворота. Их план — вернуться в 6 утра. Собранное личное имущество, правила игры, содержимое рюкзака, внесены улики. О боже. А, так, ну как вы понимаете, из меня херовый озвучивальщик чего-либо. Ну... Сука, графика божественная просто. Окей, подожди. Настройки. Можно сразу. Музыка, эффекты. Общая громкость. Давай. Оп, сохраняем. Да, чтоб вот все пропитались, да, вот этим вот. Вот этой галимой графикой. Господи, что тут с тенями? А что, мне здесь было страшно когда-то? Мне здесь было страшно. Нажмите Е, чтобы подобрать. Я взял свечку. Так, что тут? Stay at the light. Оставайся в свете, в свету. Так, заборы. Господи. Вот. Но я эту игру так пройти не смог. Не потому, что мне было страшно. Так, что это? Не думай, беги. Don't think, run. А, стой, я все картинки могу забрать? Кто-то там стучит, мне типа должно сейчас быть страшно, оставаясь в свету. Окей, я тут все забираю. Там какие-то огоньки. А, то есть мне, наверное, к свету надо идти. Здесь там какая-то печка. И свет какой-то. И там свет какой-то. Господи! А, блядь! Так, тихо! Тихо, мне не страшно. Мне не страшно. О, маска какая-то. Это после... Это после того, как снимут бинты. Ну, не страшная игра, но графика просто... Не, ну, понимаете, это инди-игра. Это инди-игра, и она была сделана реально достаточно давно. Да тихо ты. Тихо ты. Я не знаю, можно поржать, постримить ее. Или, оп, попилить видосы. Так, тихо. Вот я играю за ребенка, у него, знаешь... Оставайся на свету, чтобы уменьшить страх. А как свет включить? А, у меня есть спичка. У меня 5 спичек. Короче, я вроде играю за ребенка, но тут у него такая отдышка, как у взрослого мужика. Как у меня, когда я бегу в магазин за пельменями. Вот какой-то автобус.
Подожди, а что я должен делать? Я должен выжить или что? Я запутался. За мной должны в 6 утра прийти. Ой, кто-то там бежит, иди в жопу! Сука, печенек, отвали от меня! Отвали от меня, сука! Иди в жопу! Херь какая-то. Ну, типа, ну, это не страшно. Это не страшно. Это не страшно. Я взрослый мужик. Я таких вещей не боюсь. Ёб твою мать, пошел ты нахер! Блин, он бежит за мной. О, свечка. Как зажечь? Ну и чё? Чё толку мне от этой свечи? О, на F. Пошёл! Ну чё ты стоишь? Да, иди ты в задницу! Ладно, понял, короче, я был слишком с тобой груб. Отстань от меня, печенек! Так. Нормально всё. Ну, типа, идем на огоньки. Вообще, тупорылые детские игры. Закрыть ворота, оставить ребенка одного до 6 утра. Заяц какой-то. А, это игрушка. Там внизу кто-то плачет, да? Так, тихо. 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 Что тут? Так, ладно. Давай. Да-да-да-да! Чё мне нужно делать в этой игре? Я не помню! Я не помню! Не помню! Вот, типа, если бы это была реальная ситуация, мне было бы похер, я через эту проволоку перепрыгнул бы. Или прям сквозь неё прорылся бы и убежал бы. Просто убежал бы, и все. Как бы мне было бы плевать на мне было бы плевать на печенегов, на царапины от проволоки. Я бы просто, ну, типа, схерососил отсюда бы по полной программе. И все. Ну, типа, а зачем? Зачем оно мне надо? Сука, свечки больше нет. Так. Подожди, а что мне? А где спички? О! Спичка спас... Ну, типа, когда ты в темноте, на самом деле, тебе спичка, вот, особенно на улице, в темном лесу, она тебя ни хера не спасет. Ну, все, и выход. Выпустите меня, суки! Выпустите! Ой, да пошел ты... Короче, чтобы он не бежал, нужно на него просто не смотреть. Вот и все. И как бы нормально. Я такой бегаю, а мне пофиг, что ты там сзади меня что-то ты... Там... Носишься? О, дом какой-то. Бля, только там... Там шум какой-то. Там какой-то... О, там свечка есть. Печка. Крыши, правда, нет. Вот я бы тут сидел бы, тут безопасно. Бля, вот только стулья пропадают. Ладно, я пошел отсюда. Ну его нахер вообще. Что за хуйня? Так. Вообще, как бы это уже страшно в 2020 году снимать видео по ВИК. Реально. Подкиньте в комментариях какие-нибудь нормальные страшилки. А, все. Я, ребят, выдержал, да? Архивы раскрывают старые. Час ночи. А-а-а. Тебе надо каждый раз час продержаться, и в 6 утра за тобой придут. Тут, по сути, несколько уровней. Так, мы берем это дело. Дальше, что у нас тут? О, какой милый рисунок. Stay away from here. Не приближайся к ней. Окей, я кому-то не должен приближаться. Вот. Пошли на огонек. Пошли на огонек. Побежали мы на огонек.
вот они, тут два рядышком огонька. Че, знаешь, такое чувство, как будто в Тарков играешь, там тоже чувак, когда бежишь, он выдыхается. Так, ну я рад, что ты меня видишь, тёлка. Ой, еще свечка. Зажги. О, нормально. А что нельзя взять с собой? Или идти с двумя свечками? Вот. Почему нельзя этого сделать? I'm see you. I'm see you. I'm see you. О, там еще свечка. Так, ну я сюда, если что, вернусь. Вот у меня эта свечка-то горит. А, давайте я просто час буду сидеть, ходить вокруг дома. Такой. О, блядь! Так, тихо. Сука. Нет, это ненормально. Давай. Бери уже. Сука, я мог об пламя... Ай, ладно, спички потратил. Ну окей, короче, непонятная фигня. Что ты там скрипишь? О, смотри, у меня две свечки. Ля-ля-ля-ля-ля. Короче, какая-то хуйня. Я не трус, но и не печенек. Окей. Возвращаемся, там есть свечка. А ее можно было затушить? А я не знаю. Ты же видишь, она горит и не тухнет. Блять, затухла. Сука. А! Что я нажал? Господи. Да нахер я это сделал? Идиот, еще спичку потратил. О, блять, нахуй. Так, короче, че... Сука, я просто наигранно пугаюсь. Мне на самом деле не страшно, понимаете? Мне... Не страшно. Мне не страшно. Мне не страшно. О, диван. Немножко с плесенью, правда, но нормально же, я бы тут поспал бы. Слушай, а тут на самом деле много свечек. Все норм, бродим вокруг этой свечки, вокруг дивана. Ну это, вот, ну вот сейчас это не смешно было. Стой, нахер я это бросил, бери обратно. Ты задушил, затушил мою эту, ржет еще. Падла. Надо, короче, на следующее видео или на стрим одеть эти смарт-часы. Ой, что это за глюки? Вроде я ничего, я никакую наркоту не принимал. Надо смарт-часы одеть и смотреть, что у тебя с температурой. Вот. Ну, какая температура, то есть сердцебиение. Там мост какой-то. Да, отстань. Ну, там свечка, нормально все. Пошел ты нахер! Пошел ты нахер! Пошел нахер! И половцев победили, и печенегов победили, и тебя победим, мудак! Так, мне нужна уже новая свечка. Мне нужна уже новая свечка. О, мне нужна новая свечка. Свечка. Свечка мне нужна. Это же свечка. Свечка. Свечка мне нужна. О, да. Ай, да, пошел ты нахер, сука! Я просто хотел зажечь, сука, свечку! Падла. Вот. Ну, кому понравилось, ребята,
Ставьте лайки, может быть, постримлю или поснимаю еще видосы по ней. Ну, как бы это все равно никто не посмотрит, потому плевать. Если кто-то посмотрит, напишите в комментариях какую-то более-менее новую страшилку. Главное, недорогую. Вот, чтобы я мог попроходить, может быть, вам было бы интересно. Всем удачи, всем спасибо, всем пока.